Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. За первые три месяца в регионе построили более 100 тысяч квадратных метров жилья. По данным портала bn.ru, из них в Кирове построено почти 70 тысяч. Это значение превысило прошлогодние показатели почти на 40%. Застройщики выдали ключи от квартир в 17 новостройках города. Причем некоторые дома были сданы в эксплуатацию раньше намеченного срока. Добавлю, за прошлый год строители сдали 487 тысяч квадратных метров жилья. Новые квартиры получат более 400 кировчан. В городе продолжается работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году планируется переселить 418 человек. Это 35 домов в разных районах города. Дайджест недвижимости. Бесплатная приватизация подходит к концу. Федеральный закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации прекращает свое действие 1 марта 2015 года. За прошлый год было выдано почти 4,5 тысячи договоров безвозмездной передачи помещений в собственность граждан. За первый квартал этого года кировчане подали 463 заявления на приватизацию. Выдано 440 договоров. Городская администрация рекомендует не затягивать с подачей документов на приватизацию. Для этого необходимо обратиться в МКУ, агентство по работе с предприятиями и имуществом. Дайджест недвижимости. По данным информационного агентства Роснет.ру, в апреле минимальная цена предложения на первичном рынке составила 30 тысяч рублей за квадратный метр. Максимальная – 58 300, средняя – 42 689 рублей. Это на 0,2% выше уровня марта. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.